Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Реактор. Мы продолжаем прохождение Watch Dogs, и сегодня я хотел начать с сетевого взлома. Где это наука известности? Вот он. Так, и что-то хотел подключиться один на один, сетевой взлом. Предыдущая часть нам не понравилась, сетевая дешифровка. В конец не понравилось из-за ее. Не успел прочесть. Что-то вроде начал подключаться, потом отключился. Ранг в мире лучший 25%. Ну давай подключайся уже. Надо время сбить. Потом еще сетевые гонки вам надо показать. Надеюсь, они не будут такими же тупыми и там, у кого-то пролагает. И там он хоп и финиш вырвался. Помню, как играл Need for Speed World. Word, хотел сказать. Который в Origin бесплатно доступный. Там шел к финишу первым, и вот эти игроки, которые был, знаете как, он едет сзади где-то, а потом хоп, где-то спереди заспаунится, или тут рядом со мной, и еще просто кто-то появлялся, ну кто-то в игру заходил и появлялся прямо посередине дороги, я в них врезался. Вот это вообще тупость была. И в общем шел к финишу первым, а оказался чуть ли там не последним из-за того, что вот эти впереди появлялись люди, и врезался из-за вот этого глюков, пингов. Чё-то не подключает, ну и херсон. А мы тем самым возвращаемся в игру, и нам надо взять эту машинку. Гей. Уху-ху-ху-ху. Мощно, мощно. Ну как это? Работать на блин. Да ё, у него больше денег, чем этот. Я не могу хакнуть ее. Во. У него денег больше, чем у Клары. 150 тысяч. Пускай хакнет. Компания Блюм Линии. Так, а нам же надо этот, на мост, на мост. Быстренько на мостик надо заехать. Она же сейчас нас сдаст. Засекли. Повышаем сумму по контракту. Да блин, мне на мост надо срочно. Выход. Вот он сейчас подъедет ко мне, мне надо на мост. Чтобы я его там смог. Отлично, выехали на автостраду. Сейчас мы выйдем на мост. Я его смогу там прижучить. Ну что? Я его смогу прижучить. Выехали куда надо. Теперь доставим нашу пуколку. Сразу же выясним, где он. Да! Ах ты сука, бля! Блять, а?
Мне все равно дадут. Извините, что такой вспыльчивый, но, блин, ну хочется ведь, а? Ну, в принципе, у меня получалось это обманывать их вот это. Ну, блин, ну так хорошо все пошло. Он приехал, я его сразу же распознал, и тут этот весело же было. Ну вот это На вообще выход. физика, блин. О, боже, нет! Иди сюда, 911, сучка. расскажите, что произошло. Ну, это типа тревога. Пошли нахер, заколебали своим бачдуксом. Ну вот смотри, ну как так? Ну вот смотрите, вот. Я выстрелил. Почему машина в жопу не взорвалась? Вот почему она сейчас взрывается? А с игроком она не взрывается. Ну вот видите. Я сколько? Три раза выстрелил по машине. И каким-то образом свалился. Да в жопу уже все. Заколебало. Че у нас там по миссии-то? Где она? А, да я почти приехал. Черт, нет! Да-да, да-да. Эй, эй! Стой. Боже мой! 911, что случилось? Боже мой! Только попробуй. Боже мой! Этот Watch Dogs. Я просто не люблю проигрывать. Вот натура у меня такая. Да, многие тоже могут так же. Но обидно, я так все подстроил хорошо, и тут бац, так как-то ошибочно упасть вообще. Да и не я, в принципе, упал, меня столкнули. А как меня столкнули? Ну, блин, еще FPS проседает. А как? Ну, по-моему, я уж все это произошло быстро, на запись надо посмотреть, но, если как я правильно понял, боты охерели просто от взрывов, начали вести себя как придурки, врезаться во все. То есть они устроили заварушку, этот врезался в меня. Три выстрела я сделал гранатометом по машине и старался под машину, чтобы она ломанулась. Хоть бы хны. И я каким-то чудом упал. Ну, они столкнули им передним пирсом. Свалился. Ну а что я из воды сделал? Я ничего, он даже стрелять не может из воды. И он уехал как-то офигеть. Ладно. Забули. Топку битбага. Пойду лучше сам. Я уже знаю, что там где. Ирак внутри, он сразу поймет, кто к нему пожаловал. Знает, зачем я приду. И я заберу это. Так, давайте-ка я FPS поправлю. Все. Ну, в принципе, получше стало. Так, ну опять мы сюда проникаем. Ну, в принципе, сейчас хорошо то, что у нас есть. И я знаю, где нас залазить. Ну, ёлы-пал. Неплохо, неплохо. Хороший товар. Я бросив ремонт. Да, вижу. Ты хоть скажешь, на кой черт тебе эти ребята? А не похрен? Так-то похрен. Мне нужен один комп внутри. Да не-не-не-не, мне правда насрать. Вот реально. Просто так спросил. Журни, хороший парень. Ну, я уже думал, меня сейчас запалят, когда я вот так переходил. Ну, стелсом мы умеем делать. У тебя вроде этот. Я вижу смартфон, уязвимый этот. Я думаю, ее нажму и все дела.
Сейчас. Ты. Не, ну надо же. Ну смотри-ка. Праздник прям. Никто меня не палит. Или я научился так стелсу хорошо. Ладно, надо подсветить, а то нифига не видно. Все нужное. Ага, всех вижу. Так, там заборчик, мне туда не пройти, значит мне придется здесь проходить. А ты не разевать, ясно? Ясно, понятно. Чувак, ты не сможешь вызвать подкрепление. Иди сюда. Что ты взять? Как? Я реально, как только ее пройду, найду того маньяка, если еще захочу искать того маньяка, то я ее сразу удалю эту игру. Она меня уже бесит, реально. Не, ну может потому что я ее прохожу по несколько часов, чтобы наконец-то ее закончить прохождение на Watch Dogs. Это реально, то есть своей тупости она добивает. Этажки тоже есть такие моменты, где боты вообще читерят по полу, но хотя бы они там поумнее. Как вот он меня убил, я был за укрытием. Ну, там мой косячок есть, я не успел, ну, этот, он меня запалил. Не успел я. Так, ну сначала сканер CTOS. Я бросив ремонт. Да, вижу. Ты хоть скажешь, на кой черт тебе эти ребята? Они похрен? Так-то похрен. Мне нужен один комп внутри. Да не-не-не-не, мне правда насрать. Вот реально. Просто так спросил. Что за лаги? Он снайпер. Ты бы их убрал бы. Осколочный блокаут. Да блин, да блин. Хотел этот СВО кинуть. Но не могу. Клара, сможешь открыть дверь? Я пытаюсь. У Тибона есть идея. Да, у них на таких дверях стоит мой код. Удаленно не так-то просто будет, но твоя умница выдала шикарную мысль. Если отрубить питание, код на полсекунды сбросится на дефолтный. Который ты знаешь? Да, я сам его писал. Давайте к делу. Ну я только что блэкаут устраивал, а? Нажимал. О, вот сейчас заработал. А до этого так нельзя было сделать. Спасибо, скажи, пожалуйста. Удачи, Рейн. Что за лаги? Думал, мы тебя не ждали. Давайте-ка еще раз пройдем. Не знаю, даже без фрапса притормажу. Пока. Там кто-то есть, бро! Нет. О, фига себе! Чувак отправил вниз. Ой, наверх. Ты что тут делаешь? Блин, фиг высунулся. Отлично.
Такой, ничего себе. Потом тут и хоп, и он падает. Это было круто сейчас. Думаешь, ты крут? А чё я парюсь? Я, наверное, могу этот сначала. К камере подключиться и отправить. Камеру. А, нет, не могу так. Ну ладно. Чё ты делаешь? Я просто хочу к стенке какой-то прислониться. Да ты у нас классно рубишь в сетях! Но я тоже! Игрок, походу, тоже нас запалил. Ну и лайна. Ну реально лаги, я не пойму, что за фигня. Одну FPS. Да, сечь. А, к черту все, меня заколебала уже эта игра. Хочу ее закончить. Че такой крутой, что ли? Нравится, нравится. Чё я открыл? Я не знаю, что я открыл. Ну тут капитальный ремонтик устроили бы. Неплохо. Почему лифт меня сюда доставить не мог? В кошмарном мире живем. Одно хамство, да? Не говори-ка. Он такой. Добрые дяди начинают злиться. Добрые дяди? Ой, добрые дяди. Это ты что ли добрый? Ничего, ничего. Все равно тебя достану. Кто так понимает? Ах ты... Ну ты прям почувствовал, да? Видали, он прям начал через это. Он еще меня даже не увидел, а он уже начал. О, видите? Прям через стену фигачит. Ты прям как сидишь, да? Из ГТ-шки. О, ай, ой. Убери компонент. Ой, лаг жуткий вообще. Но я хочу закончить. Осталось немного, но... Потому что я сейчас уеду скоро, поэтому надо бы сегодня завершить.
моя вина. Где проход? А, вот он. Ребят, держи гранату. Граната! Красиво, да? Давай в укрытие! Отдыхай. Кому стрелять? Вот здесь битбаг, по-моему, проходил. Если не ошибаюсь. Я уже тут дал. Ох-ох-ох. Ну это... Это... Чё-то просто... Центральный процесс. Так. Как им? Или уровень такой загруженный. Если кто-то найдет это, расскажите всем. Чёрт, здесь легко заблудиться навсегда. Не боишься, дружок? Не, у меня же телефон есть. И тут я уже был. Но сейчас... Да сколько их тут? Убейте, суку, пока копов нет. А, вот здесь точно, да. Битбаг-то проходил. Мы уже около сервера. Чувак, он убил его! Ага. Не до нашего завалил. Угу. Есть такое. О! Там посмотрим. Гуляем. Так, тут у нас еще есть, ничего нет. Может? Сейчас мы закроем эти руль там. Тоже мне добрый день. Битбаг. Я богом клянусь, он был прямо там. А? Вперед! Так, мы уже пробились так неплохо с боем. Это осталось северное. Нормально, так уже второй раз ходим. Так, Лара, я на месте. Процесс пошел. Принимай файлы. Ага, уже вижу. Тибон начнет расшифровывать, когда все скачается. Пачка там здоровенная. Сокровище Ирака. Компроматы. Долго же он данные собирал. Все скачалось. Уходи оттуда. Тибон начал расшифровку. Скоро буду. А вот выйти будет проблемка. Где Ирак, интересно? Сейчас, наверное, на выходе будет встречать. Ты глянь! Криспин? Не, этот... Пирс, так? Это все ты, Пирс? На торгах? Ирак! Вся эта херня от тебя? На меня сейчас валится тонна дерьма!
Замри-ка. Тебе это так с рук не сойдет. Ты путал мне карты. Лез куда не надо было, да? Все решил похерить? Ирак, все мертвы! Это ты. В Мерло, там был ты. Здесь мое сокровище. Творение. И ты думал его отнять? Ты отнял у меня намного больше. Че ты несешь? Мать твою, да ты кто вообще? Догнать, поймать, убить, да? С моей семьей шутишь дома? Врываешься ко мне? Хочешь у меня украсть? Ты хоть знаешь, кто я? А? Да мне насрать, кто ты. Ты чмо бесплатно. Может, властитель этой помойки? Да нет! Или шавка Лаки Квина? Пошел ты! Иди нахер! Где выход? Да! Немало я таких повидал! Сплошное самомнение! Но обычно они быстро дохнут! Пардон, извиняюсь. Не, ну он красный, такой подсвечивается, этот проем, я думаю, наверное, сюда надо. Все, из лома становится бэкдог, лучше из укрытия. Пусть противник сотрет пятки в поиск своего обидчика. Домите. Может, властитель этой помойки? Да нет! Или шавка Лаки Квина? Пошел ты! Иди нахер! На вас похож немного. Да! Немало я таких повидал! Сплошное самомнение! Но обычно они быстро дохнут! О, красивый город. Хочешь твоей семье вернуться? Может, по кусочкам, а? А после этого я примусь за них. Жена, да только их нет. Братья, сестры. Кровь за кровь, ты понял? Сука. И никто с тобой, мудаком, сюда не придет. Снайперов тут нет. И копы не сунутся! Блин, это же моя территория! Сдохнешь тут один! Че, мне стоять и ждать, пока он там? Полейте этого урода! Что, че, не понимаю? О, появились. Прячьтесь, Ви! Ты откуда взялся? Вот не было вас. Нам хана! Нам хана! Это точно. Верный дробовичок. Зря я тебя взорвал. Ты не с тем связался, парень. Я же всех этих завалил. Мы дружим? Может, чатимся? Я заберу все твои файлы. Все, что ты сделал, все. Мерло тот еще отель. Куча богатеньких уродов, готовых платить. Забирай его. В конце концов, кто-то заберет его и у тебя. Секрет уйдет недалеко. Люди готовы умирать ради секретов. Проклятие власти. Есть такие люди, которые отнимают так, мы не чужие секреты и прячут его. Ты сами. Сам это начал, и объявляют снова, ну, охотники за секретами. Сейчас у меня люлей охватишь по полной! Не троизуйте Ирака. Это ты что ли? Приоделся. Да. Вот. Откуда у него там броня, интересно? Отличный кедр.
У Ирака было завались компромата, а он не унимался. Гонялся за видео. Почет на отставке. Так и не нашел. Вайс-Ройс. Все изменится. Придет новый главарь. В почетной отставке, возраст 26 лет. Боевой ветеран России. 26 лет. Надеюсь, мозгов хватит. Тихо-тихо, тут что-то было. Я надеюсь, сделаю этот сундук. Всех пришел, всех перебил, вообще всех. Так только я умею. Вмешательство. Да меня уже заколебало. Поднял ты кипиш, конечно. Надеюсь, хотя бы не зря? Не лезь не в свое дело. Без тебя разберусь. А вот это вряд ли. Вместе мы намного сильней. Сам знаешь, нет смысла это отрицать. Признай. Один ты не достал бы данные. Они ведь у тебя? Да, у меня. Верни ники. Ах ты ж боже. Я же к тому и веду. Короче, тащи мне файлы и давай без глупостей. Давай ты без глупостей. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, рассказывайте друзьям. С вами был Реактор. До скорой встречи.